Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке я хочу показать вам еще два виджета, которые позволяют делать симпатичные эффекты на ссылки. Я навожу мышь, и всплывают вот такие вот симпатичные круги, пунктирные и такие ячеечки, да, как будто бы. Второй виджет позволяет делать эффект при наведении вот такие вот три точки снизу. Если вы не видели предыдущих моих уроков, у меня есть схожие виджеты с другими эффектами. Сейчас на экране вы видите ссылки на предыдущие уроки. Итак, давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим, как устроены данные виджеты. Из библиотеки, как обычно, виджет я переношу на холст. Прежде чем мы рассмотрим настройки, вы можете выделить его, нажать инструмент T, задать, какой размер вам больше подходит данной кнопки, и также задать вы сможете шрифт. Давайте рассмотрим настройки. Первое поле «Текст» вы пишете название вашей кнопки. Следующее поле URL вы удаляете решетку и ставите любой свой URL, тот, на который вы хотите, чтобы кнопка вела. Текст Color – это цвет текста кнопки. Кликнем давайте и посмотрим какой-нибудь другой цвет. Вот этот и вот этот параметр – это отвечает за вот эти вот круги при наведении. Максимум первый параметр можно сделать 10. Давайте посмотрим, как это выглядит. При наведении у нас появляются вот такие круги здесь. Сейчас эффекта не видно, потому что вот в этот параметр здесь надо переключить. Это у нас разновидность вот этих вот кругов, если так можно выразиться. Давайте сделаем еще раз предпросмотр. Вот видите, у нас теперь такие некие элементы. Чтобы их было лучше видно, в самом низу этот цвет этих элементов, давайте их сделаем белыми. И также вот этот параметр поставим побольше, максимум 15. И посмотрим, что у нас получается. Вы видите, у нас, да, очень-очень симпатичный, интересный эффект. Оставлю 6. Двигаемся дальше. Можно выбрать еще один элемент. И это у нас уже будет немножко другой эффект. Смотрите, как симпатично получается. И hover size – это как бы размер вот этих кругов. Сразу поставлю 200, чтобы вы понимали, как это сработает. При наведении, видите, да, расстояние между кругами увеличилось. В принципе, у первого круга, по-моему, расстояние такое же. Увеличивается размер именно второго круга. Но смотрится все равно симпатично. В принципе, все об этом виджете. Из этого виджета можно сделать целое меню. Я его удаляю. И давайте посмотрим другой виджет с точками при наведении. Также текст здесь меняете аналогично на свой. URL также здесь меняете на свой. Текст Color – это цвет текста кнопки. Hover Color – это цвет при наведении на кнопку. Давайте посмотрим другой. Вот это вот, это дистанция, скорее всего, вот этих вот точек. Давайте попробуем сделать 20 и посмотрим на сайте. Это дистанция вот точек друг от друга. Давайте еще попробуем больше увеличить, сделаем 50. И цвет точкам можно назначить, каждой точке свой цвет. Давайте посмотрим. Желтый, зеленый и красный. И вы видите, расстояние еще стало больше от точки до точки. И цвет точек тоже у нас меняется. Очень симпатично. Вот и все на сегодня об этих виджетах. Я запаковал их в один архив,
Вы скачать их сможете с моего сайта. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse, без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!